Сейчас расскажу немного про караед. Что это такое? Удобно носить вот караед СТ-35. Он имеет зернистость 3,5 мм. То есть вот раствор цементный, и в нем камушки размером в 3,5 мм. Есть 2,5, 2 мм, 1,5. 3,5 чаще всего используется для фасадов, чтобы более четко выражен рисунок. Вот. Конечно, можно наносить и 1,5. Это где-то в балконах или же в прихожих каких-нибудь коридорах. Вот. Он разводится на один мешок. И написано, что на 4 литра воды, я развожу на 5. Как раз нормально. По факту расход здесь выходит 4 килограмма на квадрат. Тут уже проверено. Вот, поэтому можно смело разводить. Если вам необходимо наносить много, да, ну, поверхность большую, то необходимо прикупить себе бадью какую-то. Сейчас покажу. Вот. Купил себе такую на 90 литров. Как раз сюда помещается 4 мешка. 4 мешка — это на 30 квадратов примерно. Вот. Для того, чтобы раствор был однородной массы. Вот. Сейчас еще раз перемешаю караед и буду наносить. Наша стеночка. Наносить я буду вот таким шпателем фасадным. Еще момент. Если вам ни разу еще не делали караед, то лучше, конечно, взять где-то попробовать какую-то маленькую часть. И еще такой совет: не наносите сразу маленькие участки все, какие у вас есть, там откосы, вокруг окон, там вдруг, если что-то делаете. Но это для того, чтобы, если вдруг вы не рассчитали немного раствора, у вас осталось, чтобы было куда его деть потом. Вот, поэтому делайте сразу большие объемы, а потом уже осталось немного там в ведре, вымазали куда-то на один откос, потом в следующий раз замешали на другую стену, опять осталось, вымазали на другое окно. И тогда у вас будет все равномерно, вы не будете выбрасывать лишний караед. Это я так делаю, вы, конечно, сами решайте, как вы делаете. Все, наносить караед буду. Все как обычно. Просто как шпаклюю. Но тут момент такой, что здесь есть маленькие камушки. Смотрите, теперь сейчас просто нанес, это не так не останется. Сейчас проходим и снимаем, чтобы было равномерный слой. То есть вот так делаем.
вот это вот все, что снялось, его нельзя наносить обратно на стену. Потому что здесь очень мало камушков. А в одних случаях вообще их нет. Поэтому вот этот вот раствор мы кидаем обратно в ведро, там перемешиваем и обратно наносим. Вот. Вот как будет выглядеть, если нанести вот этот вот, что мы сняли без камушков, на стену. Там совсем мало камушков. Да, посмотрите здесь, да. Здесь камушков совсем мало, поэтому рисунок не будет одинаковый. Будет лысые места. Что так не было, то лучше делать сразу хорошо. Thank you.
когда наносите караэт, лучше, конечно, сразу определить, под каким углом будете держать к стене шпатель. Вот. Да, смотрите. То есть получается не так вот. Вы будете снимать излишки. Лучше одинаково. И все. Если нужно, я снимаю. До тех пор, пока на шпателе ничего не будет оставаться. Все. Нанесли. Ждем. Ну, минут 10 нужно подождать, чтобы можно было уже наносить рисунок. Да. Вот. Поэтому ждем и будем рисовать. Затираем вот такой вот терочкой. Пластиковая. Металлическая не идет, потому что она на ней будут проскальзывать камешки. Потому что цель этой терки — зацепить камушек и затянуть его в другое место. Поэтому получается рисунок. Можно рисунок. Вот, как поведете, так будет рисунок. У нас в данный момент рисунок, ну, я знаю, кругами. Вот здесь вот на терочке еще немного остается раствор, поэтому его снимаем об шпатель. Давить не надо, просто потому что там камушек, и надо, нужно, чтобы терочка просто катала камень, и все. Ну и, конечно же, чтобы не было вот таких вот заусенцев, терочка заодно это все заравнивает.
есть караед серый еще, он чисто под покраску. Этот белый. Этот белый цемент, там будет серый, такой будет цвет, как клей для плитки. Но тот плохо смотрится. Тот слабо рисуется, хуже. С этим легче работать, чем с тем. Вот. Конечно, это дороже. Может быть, долларов. 3-4, может быть, на мешке будет разница. Вот. Но зато с этим приятнее работать. Ну, красивее, этот можно не красить. А тот обязательно. Поэтому, как решить его. Вот, сейчас еще там дотру немного, подожду. И все. Все, в общем, накрутил караен. Ну что, какие моменты здесь? Затирать теркой, да, наносить шпателем, наносить под углом определенным, чтобы равномерный был слой клея, ну, раствора караеда. Так, что еще? Ну, рисунок сами какой хотите, такой придавайте. Можете накоса, можно два оборота в одну сторону, один в другую, два в одну. Ну, то есть, как захотите. Так, какие еще моменты? Ну, караед белый, серый, сами решаете, какой. Хотите красить, хотите нет. Все, в принципе, можно делать самому. Все. Ну, все, высохнет, буду красить. Крашу валиком, потому что... А что, потому что? Потому что валиком можно забить краску в эти вот все полоски. Конечно, можно пульверизатором или еще чем-то, ну, лень укрывать это все. Все, что не надо красить, надо укрывать пленкой, чтобы не закрасить. Ну, валиком аккуратненько себе красишь и беды нет. В общем, все. Смотрите, может быть, запишу, как буду красить. Там в углах интересные моменты есть, как красить кисточкой. Вот, поэтому смотрите.